наша очередная серия. Здесь есть, короче, такая очень крутая горка. Вот она. То есть она действительно очень опасная. Здесь приземление, приземка здесь, она уже жесткая. Здесь уже более-менее идет, я бы сказал, песок. Если в него просто упасть, ты падаешь на бочину. То есть это не очень приятно. Плюс здесь вот такие вот бугры жесткие. В принципе, съехать на велике отсюда не проблема. Но вот там песок, то есть там ты особо ничего не сделаешь. То есть по факту будет все просто. Я возьму, съеду вот отсюда. Я возьму велик, съеду вот отсюда. Буду ехать по вот этой вот траектории. Твою мать. Буду ехать по этой траектории. Выпрыгну туда, но там уже песок. То есть без вариантов, я там уже не смогу остановиться. Потому что там, во-первых, булыжник, во-вторых, песок прям такой толстый. То есть сам шансов не особо много. Чё, Тони, пробуем? Не хочешь адреналинчика чуть-чуть в крови? Здесь ехать. Бля, я просто давно смотрю на эту гору. Даже если упадешь. Поехали. Ну что я тебе могу сказать, дружище? Надо пробовать. Ладно, я поеду первый. Я надеюсь, я буду жив-здоров. Ты поедешь за мной, даже если я упаду? Вот честно, вот по-братски. Да, Серый. Дело такое, потому что я не хочу сюда съебываться. Вот ты вот там воткнешься в песок. Да неправда, нет. Если бы там было что-нибудь, типа... Ну давай попробуем отсюда съехать. Я же тебе говорю, здесь съезд плавнее. Тоха! Что ты придумываешь? Здесь съезд плавнее. Мы уже с тобой сколько катаем, нужно уровень поднимать. Ладно, я, короче, иду первый. Блин, приземка песчаная. Просто даже если ты на дно, опускаешь, ты прям завязываешь. Я понимаю. Мазафака. Все, я погнал. 3, 2, 1. Бля, оно выглядит на самом деле... Бля, на самом деле, отсюда оно выглядит вообще жестко. Я тебе реально говорю, вот именно отсюда. Пиздец. Когда съезжаешь дальше, ты жестко, да? Съезжаешь вообще похуй. Главное, вес весь на заднее колесо, ну, чтобы через руль не уйти. Потому что ты можешь вот так вот на переднее и... Бл-бл. Так, по сути, похуй. Ну что, я туда поехал, ты тоже подъезжай туда. Тони, бля. Ты уверен? У тебя шея еще не зажила. Бля, дружище, может, ну его нахуй? No, it's crazy. Найс, гаж. Ты будешь падать, падай, короче, очки дай мне, чтобы тебе, блядь, не разбиться нахуй, вообще все в глаза не попали. Да это хуйня вообще, цирк. Тони, блядь, лапись Кристина нахуй, он сказал, ты дурак? Подумай. Стой, стой, я не готов. О, блядь, щебачка, он тяжелый, сука.
сука, камни эти, блядь, на траектории бесят. Нормально? Ребята, такая машинка, короче, с прицепом. How much money is it? 4,000. 4,000? Yeah, with batteries and everything, it's 4,000. Бля, nice. Now he's gonna jump. You want? It's crazy. Yes. О, Тони, смотри. Она сейчас будет прыгать. Короче, ребят, сейчас будут машинки на пульте управления. Сейчас она, короче, будет прыгать вот отсюда. Чтобы вы понимали, высота бешеная. Воу-воу-воу-воу! You ready? Воу! Nice! How are you? You good, eh? Тони готов! Бля, сейчас Тони звонит. Братишка, пожалуйста, аккуратно. На заднее колесо весь тело. Вэри! Да, да, просто... Эй, тут, record this? Yes, GoPro. Короче, ты съезжал вот сюда, я хочу съехать сюда. Ну да, я просто чуть летел, а тут съезд... Ну да, только тоже не забывай, вес тела на заднее колесо. Еще три я буду считать. Нет. Не готов. Оп-оп-оп. Видишь, даже пацаны пешком спускаются. Тебя швыряло по всей скале, тебе нужно было скорости добавить. Да. Что, сделай еще раз? Lazy speed, lazy. Yes. Надо тоничью скорость и старайся руль держать. Yes, lazy, lazy. Okay, want to record. You speak Mandarin? I am... Так. You speak Russian? What's up? Yes, yes. No, I need to edit you for my WhatsApp. Give me... I speak a little bit Russian. Я говорю по-русски. А, говоришь по-русски? Ну так, чуть-чуть, да? Okay, give me phone. You call me? I'm Dudy. You call... Nice to meet you. Okay, you call me. Okay. I'm after... Send me. Give you WhatsApp. No problem. Okay? Thank you very much. What's your name? Dudy. Dudy. Okay, bro. Okay, no problem. Okay, thank you. Bye. Bye. Что, Тони, готов? Подожди, не спеши. Короче, парнишка записал номер. Вот так всегда и получается, ребят. Все, кто в теме, все шарят. Притормаживай чуть, едь. Короче, знаешь как. Не больно? Нормально все? Да, все заебись. Я говорю, вот эти камни ебаные, они конские. Нормально, тут у тебя такая уверенная была скорость. Чисто что из-за песка ты ушел. Если была бы накатанная. Как песок, если бы здесь был типа вот такой же грунт, я бы тебе отвечал, я бы въебал прям до пляжа. Просто из-за песка я, короче... Да. Тебя скидывает. Видишь, я, да. С горы, чисто четко с горки. Я типа... Ну вот, смотри, мои колеса прямо.
Да, видно, видно. Нормально, песчаник сломался, я на... И у тебя, ты просто ушел, видишь? То есть тяжело задать траекторию, когда ты едешь, ну, то есть ты еще и вывернуть его хотел сюда, поэтому ты упал. Бля, я просто хочу, короче, съехать не сюда, вот ты съезжаешь сюда, да. А я хочу съехать, короче, сюда. Ну, а как ты повернешь на этих скалах, если тебя кидает? Ты там никогда не повернешь уже, братан. Поэтому надо нырять прямо. А здесь куча песка, и мне везло просто, ну, типа. Ну, просто, знаешь... Там видно, как я падаю? Да, по-любому. Потом посмотрим. Ну что, едем дальше, не будем терять время. Запомню, эту гору мы съехали, короче. Разодрался сильно? Нет, хуйня. Да, чувак, я такой же, похер. Так, где наши ебанутые голуби? Есть первый, я же второй. Голуби. У меня что-то второго лица. Они убьют. Давай, 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 давай. Я научился падать как Супермен. Что ты сейчас делал? Ты вообще видел? Ты под меня прыгнул. А потом он говорит: Серега, у меня с тобой колени болят. Ты не упал. Я по тебе проехал, ты в курсе? Проехал. По твоему велику. В смысле ты проехал по моему велику? По заднему колесу, потом по переднему. Нахуй ты проехал по моему велику? Сука. Мне ручки, бля. Бля, чувак, у меня просто нет слов. Ты специально это сделал ради контента? Нет, я просто хотел, чтобы голуби съебали. Я говорю, слышишь, вот мы с тобой до этого ехали, мне три голуби чуть в ебальник не залетели. Сейчас они, короче, сделали специально, чтобы я упал. У них заговор, они убить хотят меня и мою жену. Или стоя. Вот и все, и красота. Изи, два Микола Чокна. Изи, блять. Изи, мэн. Попробуешь? Да. Сюда ко мне. Да. Давай, давай. Болит колено себе, сейчас тогда быстро. Вон туда спуститься можно, вон туда. Поехали туда. А где мой рюкзак, рюкзак-фель? Ты какой-то напряженный, расслабься. Я просто, блядь. Гей, я знаю, расслабься. Расслабься. Братишка, ты сегодня переезжаешь в новую хату. Сейчас люди там будут. Ну, что такой ленивый? Ну, малышка неплохая, да, такая? Бля, я такой сейчас обход сделал. Тони, будь возле великов, я сейчас спущусь. Фу. Ребята, чтобы вы понимали, где я залез. Ha ha ha.
прибежал, блядь, на место. Свобода. Надо вертикально и горизонтально уметь ходить. Да? Сиденьем, надо сиденье опускать. Бля, у меня цепка слетела. Ай, курва. Сейчас руки будут все черные. Ребята, мы не добайкеры. Вы не подумайте, что мы тут там типа фрейра там такие, что сейчас тут... Я всего лишь купил GoPro. Больше ничего не поменял. У меня просто цепь с маслом. То есть там такая выработка жесткая цепи, да. Такая жесткая выработка. Надо, короче, начать делать. Надо ее тёрчером помыть полностью, до нуля, и смазать солидолом. И тогда шанс того, что цепь будет адекватная, гораздо больше. Ну ее надо менять, мы же, бля, из СНГ, мы же не... Давай, едем, пока цепь нахуй не разлучит нас. Давай. Больше скорость, меньше ям. Блять, я как будто ныряю. Мы тут прыгали. Есть, Тони. Безов-то не вижу, блядь. Знаешь, мне кажется, если бы я спрыгивал, было бы гораздо безопаснее. Ты сейчас перепел Эминема, в курсе? Нога в колесо засосалась. Шалом, манишма. Потихо домой. Ну все, скажи, что мы закончили. Братишка, мы, блядь, короче, это, братишка, мы заканчиваем. Давай, пока.